Наступили на горло студенческой песни. Отрядовцы традиционно считают акцию «Снежный десант» одним из главных праздников. Выезжали в села, проводили профориентационные лекции для школьников, устраивали концерты в местных ДК, помогали пенсионерам, чистили снег, покупали продукты. Пандемия забрала уникальную романтику. Теперь жажду делать добро селянам придется утолить всего лишь за день, а остальное время студенты проведут в городах. Отряды акции будут проводить бесконтактную шефскую помощь в городах Барнаул, Бийск, Рубцовск, там, где сформированы отряды. Бесконтактную шефскую помощь ветеранам войны, труженикам тыла, другим нуждающимся в адресной шефской помощи. Также будет проходить онлайн-дни, мы их называем онлайн-дни, когда отряды снежного десанта с подготовленной онлайн-программы выходят в эфир и общаются с муниципалитетами. Муниципальными образованиями Алтайского края. Также через экраны и мониторы бойцы отрядов проведут профориентационные работы со школьниками, акции, рассказывающие о вреде наркотиков и пользе здорового образа жизни. Это не все новинки в этом году. Теперь в один район едут отряды одного вуза. Это и удобство, и возможность администрациям университетов поучаствовать в акции. Насколько я знаю, ректор нашего университета собирается посетить отряды нашего десанта. Вот, так как район у нас недалекий от города Барнаула. И это очень здорово, я считаю, так как пообщаться с ректором, скажем так, в бытовых каких-то моментах очень интересно, и ребята всегда этого ждут. Ректора увидят, а вот увидеться с пенсионерами не дадут. Помощь только бесконтактная. Но настрой в любом случае боевой, что вообще свойственно студотрядовцам. Даже когда потеряли романтику деревенских путешествий, многие бойцы смогли преодолеть уныние. Сначала я очень расстроилась, а потом подумала, что это что-то новое, что-то необычное, стоит попробовать. Мы уже точно войдем в историю с таким форматом. И надо гордиться этим, надо сделать все по максимуму. И уже как-то стало легче. Как нам рассказала Татьяна Игитова, исполняющая обязанности директора краевого штаба студотрядов, отменить акцию вовсе не было даже мысли. Пандемия не стала помехой традиции. Все-таки снежный десант на полвека старше коронавируса. В этом году акция пройдет уже в 52-й раз. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.